инициативой реконструкции дворовой территории на улице 8 марта, дом 9, выступили неравнодушные жители округа. Предложение было озвучено во время одного из круглых столов, на которые были приглашены лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Инициатива была размещена на сайте hish.online, на котором химчане отдали за нее большое количество голосов. Теперь настало время приступить к реализации. Рабочие уже демонтировали старую детскую площадку и подготовили почву. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Татьяна Кавторева и Глеб Демченко проконтролировали ход проведения работ и обсудили планы дальнейших преобразований. Меня очень волнует и интересует благоустройство дворов, придомовых территорий. И, конечно же, мне очень важно, чтобы нашим детям, нашему будущему поколению было комфортно и интересно играть на детских площадках. И чтобы эти детские площадки были в первую очередь безопасны. Осенью планируется положить более 900 квадратных метров асфальта, установить детскую и спортивную площадки. Также поставят фонари, урны и лавочки. А для автомобилистов организуют новые парковочные места.